Знаменитый сериал телекомпании «Айя Пым Чукур» завершается. Однако до самого финала зрители ожидают весьма неожиданные сюрпризы. Нам стало известно, кто сыграет последнего врага, с которым предстоит сразиться братьям Кочевалых. Этого актера многие знают и очень любят. Сериал «Чукур», который на протяжении 4 сезонов держал напряжение турецкого зрителя, делает финал через 3 серии. Однако до самого финала создатели проекта продолжают преподносить зрителям приятные сюрпризы. Как стало известно, касту сериала, главные роли в котором исполняют Арас Булут Эйнемли, Неджип Мимели и Иркан Колчак Костендиль, присоединился еще один важный персонаж. Зрители сериала наконец-то получили ответ, кто же такой таинственный Шахран, которого дядя Джумали использует как последний козырь в своей борьбе с братьями Кочевалы. Как стало известно, роль Шахрана исполнит один из самых любимых турецких актеров Сарп Акая, известный по сериалам «Великолепный век» Эзель в Дребезги. Уже в понедельник актер вышел на съемочную площадку, а значит, в следующей серии Ямач Кочевалы и его команда столкнется с самым безжалостным противником из всех, с которыми им приходилось сталкиваться до сих пор. Турецкие зрители с огромным энтузиазмом поприветствовали любимого актера, имя которого попало в топы Твиттера. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал.